Здравствуйте. Представляю вашему вниманию сумочку Вирт. Это история о девушке, которая ищет свою любовь в интернете. В ее телефоне установлены всевозможные приложения для знакомства, и она практически все свое время проводит в телефоне, в этом виртуальном мире. Именно поэтому у нее на глазах очки. Очки я сделала из чехла для телефона. Специально сделала их пластиковыми, чтобы показать, насколько этот мир не настоящий. Очки съемные. Сумочку можно носить и без них. Лицо девушки выполнено из натуральной кожи в технике влажная формовка. Оно бледное. Этим я хотела показать, что в интернете она теряет свою личность, пытаясь понравиться всем. Она ретуширует свои фотографии, где-то приукрашивает информацию о себе, тем самым теряя свое собственное «я». По лицу девушки нашиты квадратные пайетки. Это своего рода пиксели. Этим я хотела показать, как она оцифровывается и растворяется в виртуальном мире. И пока девушка теряет свое время в интернете, вокруг нее кипит реальная жизнь, которую я и изобразила в вышивке. Волосы девушки символизируют различные жизненные пути, которые мы можем выбрать для нашего развития. Гулька символизирует гнездышко, которое она уже могла бы свить, она бы могла создать семью. Дерево тоже символизирует семью. В основе его кроны два кристалла, голубой и розовый, мужское и женское начало, которые дают потомство в виде цветочков. Мотылек. Мотылек с обожженным крылом, он символизирует наши ошибки, разочарования, неудачные попытки создать отношения. Но этот мотылек расправил крылья и все равно продолжает жить, продолжает летать, продолжает себя искать. Лилия символизирует плодородие, символизирует то, как женщина раскрывается, когда рядом с ней достойный мужчина, она расцветает. Лилия выпустила бутон, это тоже отсылка к продолжению рода. Гроздь винограда тоже символизирует плодородие. И шестеренки. Шестеренки символизируют утекающее время, из-под них вылетают бабочки и сердечки. Это упущенные возможности. Сумка полностью создана вручную, с нуля. В ней использованы различные техники вышивки бисером, пайетками, плетение из бисера, техника влажной формовки кожи и картонаж. Спасибо за внимание!